кролики – это не только ценный мех. Так вот, все думают, что топинамбур – это только плоды, которые таятся вон там в кореневище. Но на самом деле это не так. Топинамбур – это еще и прекрасные цветы, которые вон там, на самом верхушке, на самой верхушке этого растения дерева. И если их срезать, они превращаются вот в такой прекрасный букет. Прекрасный осенний букет из топинамбура, который станет украшением вашего стола. В данном случае нашей беседки, в которой, возможно, мы уже последний раз в этом году сядем обедать. Так сказать, закрытие сезона 2015. Топинамбур.